Сейчас. Москвин. Я вообще люблю карту на четверых. Как там она называется? Гора Бриджбок. На ней я жестоких ботов могу легко выносить. Сейчас. Я даже не знаю такой карты. Слушай, Шон, поставь глазик. Да, могу, но я, может, не на этой карте, я не знаю. Ну, Респект. спелл ты сам сможешь его вынести легко. Да нет, ты чё, как он вынесет? Я помню, ты чё, совсем что ли смеешься? Он это, он Глядя. профессионал. Жестокого просто нужно сжать там и все. Ну, он только уловками может какими-то, а вот так по-честному никто не может. Это нереально вынести пока в честном бою. Ты рассказывай по поводу, чтобы мы Против как-то. это, против СССР нужно стенки обязательно, но это вы сами знаете. Нет, я не знал, например. А Ну. слушай, а вот обязательно энергостанция нужна вот так, чтобы она сбоку за МСЦ спряталась именно, Ну чтобы да, чтобы не защищать. разрушили ее. То есть это лучше пожертвовать скоростью развития ради того, чтобы она, по крайней мере, прикрыта была МСЦ-шками. Ну да. О, ну хорошо. Блин, ё-моё. Зачем я стенку поставил там? Мне звонят, ну ладно, потом. Вот здесь я стенку поставил, тупанул. То есть всегда вот надо вот так вот реактор, чтобы он прикрывается вот тремя зданиями, считай, вместе с МСЦ, да, Ну, вот. можно так, да. Пытаться нельзя было, да, они прикрывают реально. То есть врагу нужно будет сначала разрушить эти здания, потом уже энергостанцию, они покрепче все, так? Ну, так можно, да, сказать. Все-таки что-то подозрительное у меня к вам. Вот видишь, зонт. Какие подозрительные. Вот, слушай, вот зонт. Слушай, неплохо так. Он вот пришел бы, разрушил бы у меня, если бы я стенки не поставил. Ну да, это верно. Блин, ну ладно. Полетел я к нему на базу. Тут они зондами, видишь, что-то создают. Ну он, я полетел туда, он сейчас. Вообще у них. Вообще зондов вообще создали тут эти. Дофига просто. Вообще что-то он тупит, не создал даже. Заразил меня зонд. Ну ладно. Взорвусь, тут взорвусь, блин. Все, уже не успел взорваться. Ну ладно. У меня на правую кнопку мыши нажалось и не создавалось. Надо будет новую мышь купить. Ну можно Юрика создать тоже. Да, Юрика. Но это потом Слушай, же. это замечательно. А она что делает вообще? Она это разрушает здание там. А как? Руками.
У меня суперспособность там вообще. Сейчас делаем улучшение тут. А что за способности у нее? Чё? А, она, ну... У нее психокинетическая способность, короче, какая-то. Но она может ломать здание там руками. Ну, вот это вот я уже понимаю, вы издеваетесь надо мной. Это даже понятно. Не-не-не. Почему? Ну, потому что такой тупой вопрос, я не знаю. Нет, ты я просто реально за японцев не играл, и поэтому не знаю, что она может. Я знаю, что Таня может здание взрывать, а то это и все таки. Ну, и... ты же видел. Слушай, ты как видел? Я не проходил кампанию. Ну, а в интернете ты играл? Ну, а кто в интернете? Юрику мне никто не создавал ни разу, поэтому ничего сказать не могу. Серьезно говорю. Ну ладно, я не знаю, может пойти вот так, он что-то какой-то слабый слишком. Ну, про если бы в интернете я играл, меня уже давно победили. Да ладно. Ну да. Ну вот Юрика бы хотелось бы увидеть, руками она может. Ну ладно, сейчас я так лучше бы создам специально для вас ее. Уничтожу я это, а то деньги ему приносит. Надо было вообще восстановление включить, но я не включу. Так, сейчас я тебе покажу Юрика, вот. Какое еще восстановление? Ну, у танка цунами есть. Способность, он может усилять защиту и восстанавливаться. Не знал. Вот это вот уже. Что-то мне кажется, вы с Шомой затеяли, ну, снимать. Да нет, слушай, я не понял, что за восстановление, конечно. Слушай, я просто японцев плохо знаю. Это вот, вот сейчас то, что он вот сейчас серебристый такой был, с какими-то хреновинами вокруг него. Да, путешествие. Он восстанавливал. Ну, видел я это в игре, вот делали видишь, вот так. Да? Слушай, вот, но я не знал, что это восстановление. У него скорость увеличивается, он может быстрее давить юнитов. А все давить может, даже технику все давить? Нет, техника не может, это только апокалипсисы могут технику давить. О, слушай, а что это такое вот летит вот сейчас? Где? А, это Юрика. Блин. Будет так или что с ней? Ну сейчас я тебе покажу, какие у нее способности. Я даже ей и одну базу сейчас всунул, что это. Вот видишь, так, можно сказать, жонглирует. Слушай, я давить не мог. Слушай, а эсминцы вообще вот у Альянса, они давить могут, нет? Не могут давить. У Альянса? Ну, наверное. Ну, сейчас вот видишь, что-то у них вообще как вот защиты нет. Я не знаю, как же Шома жестокого бота не может валить, это же легко. Слушай, а ты можешь тогда нам показать на жестоком тогда? Просто раз ты говоришь легко, у нас не получилось. Ну ладно. Потерял я вот, потерял жестокого, но он сейчас доиграю вот. Во,
Блин, что-то он, видимо, этого Юниза не давит. Так слушай, они могут давить или не могут? Мне просто интересно на самом деле. Они могут такую легкую пехоту давить. Легкую только, да? Да. Сейчас я создам Тенгу против... ну, против Тесла. Роб. А эсминцы тоже только легкую пехоту могут давить? Что давить? Эсминцы только легкую пехоту могут давить, тоже, да? Эсминцы нет, вроде. Не только. Они не могут давить ничего, да? Могут. Блин, что-то он не едет. Застрял. Он успеет доехать? Нет, наверное, не успеет уже доехать. Ну ладно, что ж поделать, теперь уже ничего не поделаешь. Надо отступать мне. Тоже ускоряемся, уезжаем, там что-то. Только так вот можно. Ну, я не знаю, чему вы хотите у меня учиться. Можно. Блин. У меня правая кнопка сама нажимается. Ну, там сломалась. Сами юниты двигаются. Неудобно. Так, слушай, а вот ты создал этих воинов императора, они тоже вот в данной ситуации эффективны, да, вот? Нет, они против больше пехоты. Вот, например, против... Видишь, против Наташи они более эффективны. Ну, хотя у меня их почти всех перебили. Ну, ладно. Эх. Блин. Ну тут уже моя победа. Но что-то вижу, они будут какой-то слабый слишком. Я хочу с тобой сыграть. Да не, я еще с тобой играю, на самом деле. Слушай, а я вот Рудяки говорил, что вот Наташа, она является представителем русских боссов. Это так вообще? Ну да. Да? Ну да. Надо энергостанцию взорвать, чтобы у них энергии не было. Москвин, вот он вообще так-то не легкий на самом деле. Вот Олег, вот это гораздо опаснее будет. С ним лучше не сталкиваться, особенно если он жестокий. Да я люблю больше играть на другой карте, для четверых. Можем поиграть вдвоем, двое на двоих, против жестоких. Ну, или высоких, как ты хочешь. Ты что, смеешься, что ли? Ну, если будем два боя поиграть на ну, троих, я возьму... Легкий будет напротив меня, я легкими посольюсь. Про жестокого говорить. Я возьму одного жестокого на себя, ты другого на себя. Ну, тут уже у меня Юрика все доделает. Ну тут я хотя тупанул то, что взорвал тут свою армию. Ну тут они все равно мне уже ничего сделать не смогут. Я да, вот... Витерик уже, она же должна выручать, она же руками убивает. То есть, может, она поможет? Ну, блин, у них где-то еще что-то есть. Ну, короче, сейчас я быстренько уничтожу и успею создать. Ну, короче, я отвлекся и все. И все. Ну ладно, сейчас я из этой армии пытаюсь. Блин. Ну ща, подожди, у него, видимо, где-то МСТ есть.
Ну пошли в дом, сыграем 2 на 2, ладно? Ну я показал тебе немного. Хотя тут учиться нечему. Скорее всего, они на воде обычно стоят. Свои мосты где-нибудь тут. Ну или может здесь где-нибудь, сейчас посмотрю. Ну вот, да, я говорил, вот у него стоит. Можешь что создать? Ты здесь можешь выиграть вообще, нет? Реально? Вряд ли. Ну, попытаюсь. Ты же сказал, что... Ну, ты же сказал, что ты выиграл уже до этого. Ну, да. Ну, в чем дело-то? Ну, просто я... Как бы... Недооценил. Мы реально думали, что ты выиграл. Недооценил соперника, можно так сказать. Не создавал даже армию. Ну давай сыграем 2 на 2 против двух жестоких. Слышишь, да? Да нет, ты че, я солью. Двух жестоких, ты че, это шутка что ли была? Каких двух? Нет, я правда, я обычно с другом играю, так 2 на 2 против жестоких.